Вот это вот, чемодан на ту сторону не сидит. Скажи, что мы... А? Коль, что ты Yeah.
Царственного приемте радости исполнилась и вся. Спаси наш, пришедший спасти мир.
Сокровища благих и жизни подателю прийти и вселися в ныне, и очистины от всякие скверны, и спаси блажу душу нашу. Слава Вышний Богу и на земле мир в человецах благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир в человецах благоволение. Господи, сусти мои сердце, и уста моя возвестят хвалу Твою. Время сотворите, Господи, ви, высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Аминь, помоги. Благослови, высокопреосвященнейший Владыко. Благослови нас, Отцу, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки. Oh.
Благословенную, славную
Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивую. Посети виноград сей и утверди и его же насади десница твоя. Святый Боже, нашего Иисуса Христа.
Тио, святого Евангелию, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Аминь. Речи Господи своим учеником. Вверху горы стою, ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свешнице и светит всем, и же в храме несут, так куда просветится свет ваш пред человеки, якуда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, и же на небесе. Да не мните, яко придох разорите закон или пророки, не придох разорите, но исполните. Аминь, боглаголю вам, донде же придет небо и земля, и ото едино, или едино черта, не придет от закона, где же все будут, и же аще разорит едину заповеди сих малых, и научит того человеки, мне наречется в Царстве Небеснем. А и же сотворит и научит, сей вели наречет все в Царстве сего помышления наши горцы. Господи, помилуй. Молитесь, услыши, и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем святейшем патриархе Кирилле, и у Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Германе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, спасение ее, о народе во всех и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи.
Священному Христе, братстве нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и святейших патриарсиях православных и о создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, все лежащих, и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, братьей святого храма сего. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас,
Твоею всегда храним и Тебе славу воцелаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Сестрами
Благословен гряды во имя Господне, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веку. Священные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, весь причет церковный, братию, Каменнобродского, Свято-Троицкого монастыря, братью и прихожан святого храма сего, паству Волгоградскую и Камышинскую, и вас, всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веку. Сила Вышнего Синица. Thank you.
Исповедуем,
и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Архангелов и тьмы, ангелов Херувиме и Серафиме, шестокрылатии, многоочитие, возвышающиеся тернатии. Победную песню поющего пьюще, взывающе и глаголюще. И пресвятый, великолепна слава Твоя, Жилет Твой так и возлюбилась от Сына Твоего, и народного дати, на всяк верно явлево не погибнет, благим от живот вечно, и же пришед, и все же на смотрение исполнит, ночью же предаявшись, и паче же сам себе предаявшись, и простые живот приухлеб, во святые свои пречистые непорочные руки, благодарим, благословив, осветив, преломив, дадев, святым своим учеником и апостолу грех. Держи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми. Господи, и же
Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславы, и только благиню от ими от нас, но обнови в нас, молящихся еще, приносим Ти словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися, день не спасли Духа Твоего Святаго наны и на предлежащие дары сия, и сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а и же в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым, якоже быть и причащающимся во неизвестные души, во основании Бога, если так от Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесных и всех знамений к Тебе, не в суд или во осуждение, еще приносим Тебе словесную и бескровную службу, и же вере почему право Творца, патриархи, пророчества, апостолы, давайте все любимым мне лица, мученицы, бесполезности, и о всяком духе праведном в вере скончавшемся по Богу. И Преснодеве Марии. О святе Иоанне, пророце, предтече, крестителе, преславных всех ваших апостолях, освященном ученике Игнатии, богоносце, святителе Антонии, архиепископе Воронежцем, праведнике Иоанне Кронштадтском, Игнатия Архимандрите Печерским, святителе Феофонии, епископе Антиохийстем, святителе Даниилия, архиепископе Сербстем, священномученике Николае и же верне Мнутове, их же память совершая во всех святых Твоих, их же молитвами посети нас Божий, помни всех усопших, о надежде воскресения жизни вечной, почивших наших сродников, наставников, родители, почившие пасты Волгоградской и Камышинской, в покоях, где же пресвящает свет лица Твоего. Еще молим Тебя, помяни, Господи, всякое епископство православных, правоправящих, слово Твое, я истины, всякое пресвитерство во Христе диаконство, всякий священнический чин, еще приносим Тебе словесную и сию службу обселения, святей соборные, апостольстве церкви, и же в чистоте и честне близости пребывающих, благохраними стране нашей российской, спасении и о народе, властях и воинстве. Дай, Господи, мирное правление, да им в тишине и в тихве безмолвное житие поживем во всякой благочестии и чистоте. Помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целый, честный, здравый, долгоденствующая, правоправящая, слово Твое я истины. Помяни, Господи, и Господина нашего, высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, Его же дар, святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующая, правоправящая, слово Твое я истины. И да,
и воспевати, пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господи, приклоните.
человека любите, единородного Сына Твоего, им же благословенный си, со Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Христос, яко ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешное спасти, пришедый в мир грешное спасти, от них же первый есть аз, от них же первый есть аз, еще верую, еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя, и сия самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй мя, молюся убо Тебе, прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же телом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия меня неосужденно причаститеся. Из подобия меня неосужденно причаститеся. Пречистых твоих таинств. Пречистых твоих таинств. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере твое я тайное днесь. Вечере твое я тайное днесь. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом твоим тайну повем. Небо врагом твоим тайну повем. Не лобзание ти дам, яко Иуда. Не лобзание ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую тя. Но яко разбойник исповедую тя. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем. Да не в суды ли во осуждение будет мне причащение. Да не в суды ли во осуждение будет мне причащение. Пречистых Твоих таинств, Господи. Пречистых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Причащаться тело и крови Господа можно только после исповеди и натощак, предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению. Кто так приготовился, приступайте. Молоденец. Кто? Раба Божия, проходите, сами спасите. Первое, все тексты,
хотел бы родных не возвращать. Иначе счастья не будет. Я твой Господь, сейчас он один цвет. Крови год зачищает. Молодец. Варвара. Помнится. Человек крови год зачищает. Молодец. Анастасия. Настенька, рот откроет. Жизнь вечную. Ешь, моя слава. Причащается. За крови Господа причащается. За крови Господа причащается. Младенец Ксения. Ксения, все, что ты видишь. Женщина. За крови Господа причащается. Младенец Маргарита. Отымется беззаконие ваше, и грехи ваши очистятся. Аллилуйя!
Твоя и благослови достояние Твое. И Духом Святым сильный, Духом Духа Небесного, Божеством, веру истинную, не тебе Троице поклоняемся. Всегда ныне присно и во веки веков. Спаси душой наша, слава Тебе.
Не успели. И помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе и всей во Христе, братья наши. Еще молимся за всю братию и вся православные христианы. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, несущих в море далече, и милостиве, милостив буди, Владыко, грехах наших, и помилуй ты. Милостив Бой, человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веку. Благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов и живосвятых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, священномученика Игнатия Богоносца, святителя Антония, архиепископа Воронежского, праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, святителя Филогония, епископа Антиохийского, святителя Даниила, архиепископа Сербского, священномученика Николая и же в Верхнем Гнутове, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас,
яко благ и человеку любит. Великого Господина Отца нашего и Милого, Сыни живу Дерку Московского и Сеньора Руси, и Господина нашего Высоко Преосвященнейшего Германа, и заповедного Горелского и Помышевского, и Всечестного Отца нашего и Кузьмина и Братья Свято-Троицкие, Новодовские обители, Братья Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети истины немощи наши, и мы Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни, и остави нам долги наши, яко же и мы расставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Но есть Царство, все дух славы Отца и Сына. Аминь. От Твоих, яко же светлость огня, воссиявшую благодать вселенную просвети. Если в любви и миру и сокровище сельска высоту нам смиренно мудрый показал, но Твоими слове Сына позови Отче Иоанна, за того все моли Слово Христа Бога спастись душа наша. Слава Твою Сыну и Святому Духу, поставь явилась и божественную благодать. И Твою славу все учище поклоняться всех Троице и единому Богу, Иоанне, за того со всем блажений преподобны, достойно бухвалить Тебя, если бы наставник. Прощу. Божественное является, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Кстати, все христиан не позови нам. Человек, специально избравший для себя крестное служение. Он фактически отказался от семейного счастья и убедил в этом свою супругу и служил
для славы Божией, для своего покаяния и для спасения духовных чад. Он имел дерзновение перед Господом за чистоту своей жизни. Эта благодатная его связь с Создателем не прерывалась ни на одну секунду. Он постоянно молился. Попробуйте так, кто сможет. А вот он мог. И Господь за его к нему любовь сподобил его явление высшей благодати и силы от него самого, верному рабу своему, служителю делу спасения, верных чад православной церкви. Конечно, вражья сила ополчалась на него. Но что может вражья сила, если человек каждую минуту имел память Божию в своем сознании и любовь к Богу в своем сердце? И постоянная молитва к Богу пламенела у него в сердце, в душе, в сознании. Так что это был Божий человек. И Бог для него был всем. Начальником всего бытия и совершителем спасения для Царства Небесного и его самого, и его паствы. И поэтому за его молитвы, они ведь не прекращаются с кончиной человека, они только усиливаются, потому что наступает непосредственная живая связь человека с Создателем после его кончины. Вот он и молится обо всех нас, которые храним о нем память и призываем его на помощь в молитвах и просим его, чтобы он помог нам устроить православно-христианский образ жизни. В этом есть тайна силы православия, православно-христианском образе жизни. Попробуйте его вести. Хотя бы только попробуйте, начинайте. Потом, когда во вкус войдете, вам станет ясно, что это такое. И без произнесения имени Божьего, без памяти от Бога, без участия в святых таинствах нашей православной веры будет казаться вам немыслимой сама жизнь на земле. И более того, бессмысленной. Так вот, высшим смыслом пребывания человека на земле есть дело приготовления к жизни вечной, о чем отец Иоанн Кронштадтский постоянно проповедовал и наглядно примером своей собственной жизни учил. Конечно, многие его не понимали, а тем более такая расхристанная русская интеллигенция начала прошлого века, так та вообще выдумывала всякие небылицы. Но отец Иоанн Кронштадтский оставался верен себе до последнего дыхания своей жизни. Более того, вот его уже нет более 100 лет с нами на земле, а существует личная живая связь в молитвенном с ним общении, наша с вами и всех православных людей, которые знают о нем, почитают его и просят его святых молитв у престола Божия за нас. Вот он за нас и молится.
как и привык на земле. Сказано у апостолов, непрестанно молитесь. Как так можно? А вот апостол знал, что это можно. И отец Иоанн Кронштадтский тоже знал, что это можно. Как можно не молиться? Вот у него был иногда вопрос. А как молиться, он знал и молился каждую секунду своей жизни, наполняя свое сознание, свое сердце через это благодатным присутствием Господа в нем, а через него и во всех людях, с кем он общался, о ком молился, кто причащался вместе с ним святых Христовых тайн. Так вот, дорогие мои братья и сестры, уже давным-давно в нашей церкви, в нашем народе стало известным, если хочешь какую-нибудь добрую вещь устроить, молись Иоанну Кронштадтскому. С его молитвенной помощью Господь подаст там способ, средство и силу устраивать, что мы задумали для славы Божией и для пользы людей вообще. Вот этот храм задумали устроить во славу Божию в память Иоанна Кронштадтского. Но не удается сразу такое великолепное сооружение устроить. И мы просим прощения у нашего благодетеля-строителя, что утруждаем его, но он вошел сам уже в этот подвиг, и это стало выражением, внешним выражением смысла его жизни. Строительство этого храма. Для чего? Для спасения души. Для чего? К славе Божией. Для чего еще? Для того, чтобы в этом храме люди принимали святые таинства и спасались бы силою Божией, молитвами Иоанна Кронштадтского для вечного царства славы Божией. И не надо думать, что оно где-то и когда-то будет. Оно уже здесь, сегодня, среди нас, с вами живет. И благодаря Ему мы с вами являемся Церковью Христовой. Благодаря этим обстоятельствам мы, уже живя на земле и душой стремясь к небу, становимся на земле живущими гражданами Царства Небесного. Вот благодаря таким подвижникам, какой был Иоанн Кронштадтский. Каждый из нас может стать таким подвижником, пожалуйста. Но нужна вера, нужна осмысленная жизнь, нужно постоянное общение человека, сердечное общение с Господом Иисусом Христом через молитву. Желательно постоянную, хотя бы короткую молитву всегда произносить в мыслях или устами. И через творение воли Божией на земле, чтобы жизнь была на пользу братьям и сестрам и во славу Божию. А концом такой жизни есть Царство Небесное, которое предвкушается в святых таинствах нашей веры, уже здесь на земле, в той мере и степени, как Господь нам дает за нашу искренность, за нашу молитву, за наше постоянное пребывание в памяти о нашем Боге, Создателе и Спасителе, даровавшем нам эту вечную жизнь. Но Он хочет нас с вами сделать своими участниками в созидании этой жизни. В этом весь вопрос. Так что каждый из нас может, как Иоанн Кронштадтский, быть своим Богу и соработником Богу. Так вот, пусть Господь на молитве праведного Иоанна Кронштадтского поможет в своем создании утвердиться в этой идее и сделать ее смыслом нашей земной жизни для того, чтобы заслужить Царство Небесное, которое не где-то когда-то, а в нас уже, в Церкви Христовой, начинается здесь, на земле. Когда человек очищает свою совесть постоянно на исповеди, когда человек каждый день молится утром и вечером, по крайней мере, и старается
чаще вспоминать Господа Иисуса Христа и просить Его участия в нашей жизни. Вот тогда уже человек предвкушает тайну общения с Богом, которая есть именно содержание Царства Небесного. И никто нам не мешает уже здесь на земле, в этом Царстве Небесном, начинать жить. Добрый путь! Добрый час! Спасибо. Молитвы праведного Иоанна Кронштадтского да спасет и помилует нас Господь. Аминь. Мир вам! Божья вам любовь! Спасибо! Бог вам здоровья! Благодетели! С этим пропуском войти в Царство Небесное. Спасибо, дорогой мой. Я вообще поражаюсь самоотверженности этого человека. Вот как Господь в нем укрепил веру. Слава Богу. Это он сам подарок вот нашей епархии, этому приходу. И вообще вот делаю Иоанна Кронштадтского. Благодарю вас, дорогой мой. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, разрешите от лица братья наши, да, прихожан, прихода, благодетелей наших, поблагодарить вас за сегодняшнее совершенное богослужение, поздравить вас с праздником. И мы очень рады, что вот в начале года вы нас посетили, осветили своей молитвой этот храм, потому что сегодняшняя божественная литургия на этом месте – это первая. Вот, и слава Богу, вот здесь стоят многие люди, многие прихожане, которые так долго ждали этого момента, когда же 2 января мы будем наконец-то служить на этом месте, где храм должен быть и где он был заложен, этот храм. И, Владыка, и этот храм строится, ну, помимо наших сил, а именно мы видим, что здесь именно молитва и предстательство святого праведного Иоанна Кронштадтского. Поэтому разрешите вам подарить замечательную книгу, которая была недавно выпущена, о жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского. Здесь полнейшее жизнеописание и документы, и очень много хороших фотографий. Спасибо, Господи. Очень тронут. Благодарю вас за ваше внимание. Счастья вам, здоровья и пасторских успехов и успехов в воссоздании Свято-Троицкого Каменнобродского монастыря. Давай сейчас туда пойдем. Да, это осторожно.
Поселок говорили.